Многое мне стало ясно про эту жизнь. Этот опыт хочется отдать и еще развить. Опыт — это одна из целей Адама. Он сам приходит, обрастает толстую шкуру с годами. Он побывает на грани и будет чем-то крайним. Он будет ждать любя и бежать дворами. Все перепробует, даже на чем запрет. Его спасут, захотят, поймут и простят. А он забудет, что обещал, но резко вспомнит. Утонет, всплывет, скажет, ну точно сегодня. Он решится, прыгнет, кинет и так же влипнет. Начнет читать книги поумнее, станет святым. Будет говорить и обещать, но сломается. Станет мужиком, встряхнет себя и настроится. Увидит новую волну, и она его накроет. Он будет смеяться от глупости и рыдать от горя. Будет стремиться и злиться на себя, ругать и врать, говоря так красиво. Поймет, что это он, чистая душа. Позже расскажет зеркалу, какая он скотина. Захочет вдруг быть героем из кино и сериала. Он твёрд как камень, но не всегда. Сегодня как пионер на все 100, а завтра как малое дитя. Залез под стол, будет всегда идеальным для своих родных и изгоем где-то неизвестным. У одной как на ладони пройдет стресс и стыд. Будет просить оставь меня в покое. Ему простое станет очень нужным. Утро любого дня будет ярким и вкусным. Однажды не хватит до победы метр и запоя. Он захочет море, чтоб застыть там от покоя. Небо голубое, по волнам я вожу тебя, мой дикий океан. Небо голубое, по волнам я вожу тебя, мой дикий океан. Slim Free. Эй, йоу! Фу-фу-фу-фу! Йоу!